По поводу своих картин могу сказать, что практически все они сделаны в период этого года. Все они новые. По инсталляциям, которые называются «Утилитарный захват», это выполненные из пластиковых ящиков. Сейчас как раз у нас актуальная тема в мире пластика. Вот, собственно, через эти инсталляции я показываю красоту утилитарных предметов. Я больше люблю делать руками, нежели говорить, поэтому, собственно, прошу вас посмотреть на мое творчество. Я смотрю.